Он стремится к мечте, преодолевая боль. 12-летний Вова из Мариуполя музыкой начал заниматься, чтобы развивать моторику руки после сложной операции. Но недавно болезнь опять напомнила о себе. Будущее музыканта оказалось под угрозой. 12-летний Вова готовится к музыкальному конкурсу. Чтобы сыграть на флейте в совершенстве, репетирует каждый день. Но долго заниматься не получается. Сильная боль сковывает правую руку. У меня болит вот тут. Внутри плечевой кости у мальчика пустота. В 3-летнем возрасте врачи обнаружили кисту. Тогда же успешно провели операцию. В руку вживили пластину, но спустя 7 лет случился рецидив. Вот полость мы видим. Это костная киста, то есть это дефект кости. Впоследствии он бы нарушил бы мальчику жизнь, был бы патологический перелом, нарушение функции правой руки. Операцию откладывали 2 года. У ребенка проблемы с печенью, щитовидной железой и сердцем. При ослабленном иммунитете хирургическое вмешательство невозможно. Но куда более серьезной проблемой оказалась нехватка средств. Это дорогостоящая операция. Вот, потому самый дорогой – это именно биототопласт, заменитель кости. Светлана воспитывает Вову сама. Живут в микрорайоне Восточный. Во время обстрела Мариуполя в 2015-м их квартира пострадала. На ее восстановление ушли все сбережения. Отложить на операцию не удалось. С последней надеждой женщина обратилась на горячую линию штаба Рината Ахметова. Это было, как вам сказать, показатель того, что есть еще люди, которым не безразлична жизнь простых, обычных, маленьких детей. В руку Вовы хирурги вживили биоимплант. Со временем функции руки восстановятся. Но первое время движения будут даваться с трудом. Поднимать только вот так не могу только полностью. Вот так. Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает адресную помощь мирным жителям Донбасса. Поддержка детей, требующих неотложного лечения и проведения операций, в приоритетах работы штаба. Большое спасибо Ринату Леонидовичу за его человечность и понимание к людям и их проблемам. И большое спасибо, что он не безразличен к горю, проблемам других людей. Восстановление руки займет несколько месяцев, но Вова уже хочет вернуться к репетициям, мечтает о новых конкурсах и наградах. Оксана Корчма, Ростислав Сысоев, Евгений Конин, Владимир Конопля. Для сегодня канал Украина.